В настоящее время для того, чтобы увековечить дорогой сердцу портрет, большим спросом пользуется ультрафиолетовая печать на памятниках и табличках. Данная технология хорошо себя зарекомендовала, так как печать не выгорает на солнце, остается яркой и насыщенной. В сравнении с традиционной гравировкой, которая не способна обеспечить выразительность и глубину рисунка, а порой и портретное сходство, ультрафиолетовая печать дает возможность изготовить реалистичный портрет для памятника. Передает фотографическую точность изображения, не требует специального ухода и отличается высокими эксплуатационными свойствами. После нанесения фото на надгробную плиту их покрывают защитным составом, который защищает от неблагоприятных атмосферных явлений. Наша компания может изготовить таблички любой формы и размера при помощи ультрафиолетовой печати на композите, а также осуществить реставрацию лицевой стороны памятника. При реставрации лицевой стороны памятника печать наносится на композит в размер плиты, фото, включая фамилию, имя и даты жизни. И после изображение покрывается специальным стойким к атмосферным явлениям лаком, который надежно защищает краску от дождя, снега, перепадов температур и выгорания. Изображение, фото, табличка или передняя панель крепится на крест и памятник специальным клеем или на саморезы, без демонтажа. Печать портрета на памятнике предусматривает печать на граните, мраморе, мраморной крошке, полимер граните. Фотография на памятник может покрывать всю его поверхность. Лицевая часть может быть пропечатана полностью, включая фамилию, имя и даты жизни. Все это может быть оформлено в едином дизайне, поэтому смотреться такое решение будет очень эффективно, в результате чего изображение становится ярким и выразительным.